Привет. Девочка, давайте быстрее, потому что там уже Марсель намыливается. Вот тебе... Подождите. Так, Алекс, нужно... Отвлеките Симу, пожалуйста. Давайте, вот этому льву нужно кинуть. Киньте, пожалуйста. Алекс! 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 Давайте, Алекс. Все, шикарный кусок говядины. Это привет Алексу-старшему. Из Латвии от Инары. Алекс старший. Да. Получилось. Мужчина помог. Потому что тут самим кусок тяжелый, не докинешь. Все. А вы остались голодные, да? Да, этих мы с утра угощали всех. Да, а этот вот не подошел. Отлично. Все. Ух ты, хрумкает Алекс. Отлично, да, мужчина помог. Мы бы не закинули, конечно. Не перекинуть, да. Да. Ричи, тебя угощали. Марсик, тебя тоже угощали. Девчонок угощали, всех угощали. А это вот Алексу. Привет. От поклонницы. Там мякоть сплошная, он быстро скушает. Ричи, Сима, все, у меня Алекс старший, угостился хорошо, отлично. Ест еще нет, он еще не съел. Еще ест. Вот они здесь все кучкуются, заколесники в углу Марселя. Может, Марсику шейки там еще две кинем? А мы Кате хотели, да. Хотела ее сама поискать. Да, Катю поищем. Кате дадим. Ричи, тебе вчера привет передавали. Ричи. Тоже моська подранная, с кем дерется? Непонятно. Гуляющим Марселем, что ли? Ой, Марсель метит. Что за нас все львы метят? Вчера пометили, сегодня пометили. Там хороший кусок, он долго ест. Да, он не торопясь кушает. Да. Да. Кушает Алекс. Как звали его? Как конь бежал, да?
как дымский. На кормежку бы пришел. Ага. Не, он приходил и вчера, позавчера, сегодня почему-то не пришел. Вот они все заколесные. Кроме Султана. Все здесь, в Марселькином углу. Может быть, их тут подкармливают, поэтому они здесь. Гиреюшка. Хотя Гирей тоже на кормление не пришел сегодня. Гиреюшка. Лилуша. Ричи. Сима. Симушка. Сима. И Аделька. Ри сейчас к Лилуше принюхивается. Заулыбался. У Ричарда тоже, гляньте, как живот висит, да, вот этот жир на животе. Сумка? Ну, не знаю. Не знаю. Может быть, может и сумка какая-то. Ричард и Гиреюшка. Неудобно здесь кидать, конечно. Но они вот здесь обосновались. С мазков, конечно, удобнее было гораздо. И Марсик метит. И Марсик метит. Короче, нас все пометили. Марсик. Тебя, Марсюша, с утра угощали. Все, ребятушки. Иди к своей Адельке. Тестостероновой.